Всем приветик, с вами Вика, и сегодня у нас большое переселение. Вот мои два контейнера, и вот наши четыре улиточки. Здрасте. Здрасте. Вот они прям по парам распределились, и сейчас пошили мне такие вот матики специальные. Вот там у меня замочен мох, я сейчас этот мох положу по уголкам. Ну, то есть вот с одной стороны вот так, чтобы был мох в обоих контейнерах. Контейнеры я хорошенько сейчас вот так вот опрысну, вот эти матики, чтобы там была влажность. Я еще не знаю, насколько эти маты впитывают, как часто нужно сбрызгивать. Сейчас наши мальчики и девочки, кто бы они ни были, будут переселяться в их новый дом. Вот они, красавцы. Вот такие вот чудики. Как вам? Подросли мальчишки? Подросли. Хотите в новый домик? Вы какой контейнер выбираете? Этот? Или этот? Куда вас посадить? Давайте сюда. Сейчас еще мох вам сюда наложу. Все будет good. Кто у нас тут на очереди? Привет! Пошли в новый дом. Пойдешь в новый дом? Давайте по одному. Сначала тебя. Вон, видишь, твои друзья тут, а ты теперь будешь жить здесь. Обустраивайся, чувствуй себя как дома. И последненький. Во, во, какие мы большущие белые улиточки. Красивенькие такие. Да, не замазуры совсем. Совсем не замазуры. Чистые, приличные улички. Сейчас, кстати, я хочу их померить. Так, вы там не перепутайтесь мне. Ты с ним живешь, а ты с ним. Понятно? Смотрите, как здесь все сделано. Здесь внутри поролон. И сделано как наволочка, чтобы можно было его стирать. Вынимать и стирать. Идем. Тидикс. Сюда. Так. Боже, какой ты большой и длинный. Ты почему такой большущий? Осталось положить сюда мох. Мох уже у нас тут вот ожил в ведерочке. Это был сухой мох, который я замочила в холодной, ну, в прохладной водичке. И он тут немножечко 5-10 минут полежал. И вот он ожил, напитался водичкой. И сейчас я его буду отжимать и выкладывать. Мох я хорошенечко отжала. И постелила им в край контейнера. И, в принципе, на двоих улиток абсолютно хватает. Хватит места закопаться. Вот здесь тоже. Контейнеры у меня по 45 литров каждый. Вентиляция, я знаю, что тут типа много дырок, но с этой стороны заклеено все скотчем. То есть здесь оставлено пару дырок с этой стороны и в крышке сверху пару дырок. Как вам? Вам нравится? Я думаю, вам должно нравиться. У вас теперь много места. Вот эти вот матики намного проще чистить. И меньше мха нужно использовать. И если улитка падает с крышки контейнера, то она не разобьет себе ракушку, потому что тут мягенько. Да, мальчишки? Я вот смотрю, в этой паре один больше, другой меньше. И в этой паре один больше, другой меньше. Посадить их большой к большому, маленький к маленькому? Или же оставить как есть? Напишите в комментариях. Итак, я только что их померила сантиметром. Значит, вот эта улиточка 17 сантиметров. Это 17,5. Это 16, самая маленькая. И 18,5. Самая большая улиточка 18,5 и 17,5. А эти две поменьше. Плохо кушаем или что такое? Ты чего плохо растешь? Вот я им положила тыкву и кусок сепии. Одним и вторым тоже. Кальций у меня закончился, но я завтра куплю им и обязательно досыплю еще кальций. Специальная смесь. Там не только кальций, костная мука и, в общем, все-все-все необходимые штуки для них. Я покупаю это у заводчицы. Вот такие теперь у меня два домика. Один прозрачный, другой нет. Видите, тут не видно улиточек, а тут хорошо видно улиточек.
Поэтому покупайте себе контейнеры прозрачные, как для улиток, так и для хомяков. Хотя в случае, если вы не часто убираете за улитками, то вот этот вариант контейнера лучше, чем этот, потому что здесь все видно. А если вам понравилось видео, то ставьте лайк, вопросики под видео в комментариях, и я постараюсь на них ответить. Уже утро, давайте посмотрим, что в наших контейнерах. Так, смотрим. Мы не кушали, у нас стресс. Я когда перевезла их сюда, они что-то плохо стали кушать. Видимо, им теперь нужно опять адаптироваться. Посмотрим, что в другом контейнере. Здрасте, ты расслабленный? Ух ты, бузы. Здесь у нас менее стрессовые, они кушали. Почему-то мы сидим не во мху. Буду держать вас и дальше в курсе, как дела у моих улиточек. Я надеюсь, что им нравится и все у них будет хорошо. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик обязательно, чтобы не пропустить следующие видео про этих монстриков, про Тошу с Лаймой, а также про Джессику. Сейчас мы с Джесси будем вот тут гулять. И я, конечно же, буду снимать. Thank you.